Добрый вечер, с вами «Светская хроника» с Евгением Машко на М-телевизион. Время известных людей. А в гостях у меня сегодня... Ох, дрожите, девушки, мегауспешный проект «Реальные пацаны». Добрый вечер, дорогие гости. Здравствуйте. Генеральный партнер программы – сеть салонов кожи и меха «Крисида». В «Крисиде» новая коллекция. Красиво. А скидки на нее 50%. Доступно. И куртки по 4500. Выгодно. Завесную «Крисиду». Очень рада приветствовать вас в Уфе. Я знаю, что не первый раз, да? Да, второй. Такая внезапно свалившаяся популярность, мне кажется, востребованная сейчас в каждых городах. Как часто гастролируете? Ну, чередуем, на самом деле, съемки с гастролями. Ну, для этого есть люди высокопоставленные, которые нам разрешают сначала гастролировать, а потом сниматься. Ну, то бишь, наши продюсеры все равно. Нами управляет жаба-генерал. Ну, как обычно, всеми кто-то управляет. «Реальные пацаны» – мега-успешный проект сегодня. В команде КВН образ Коляна был всегда таким запоминающимся. Тут прикинь, Колян на дискотеке беспредельщик завелся. Где беспредел? Да тихо-тихо, ты не кричи. Мы сейчас к нему пойдем, ты не канителься, пускай он тебя первый ударит, понял? Да понял, я понял. Я тебя умоляю, Колян, только ручками, ладно, ножки не подключай, понял? Да понял. Все. Он. Он. А, будьте любезны, жвачку. 9.50. Что ты сказал? Как вы думаете, в чем успех у зрителя подобных проектов, гопнических каких-то? Это вот все очень близко нашему зрителю. Есть момент, когда ты смотришь на Колю в КВН, он все равно народный, каким бы он там ни был хулиганом, он в первую очередь народный парень. И доминирующее слово в сериале, в успехе сериала, что он тоже народный. Вот народность, наверное, прельщает к людям близко. Так. Да, своя рубаха ближе к телу людям. Спортивный костюм, кеды, дворовый жаргон. Именно таким предстал перед глазами зрителей ТНТ самый знаменитый реальный пацан страны. Еще раньше молодой актер Николай Наумов в этом же образе покорял сердца поклонников КВН. В команде «Парма» гопник Колян был одним из самых харизматичных и запоминающихся персонажей. Сложно представить, что этот парень, отбирающий у ботаников сотовые телефоны, планировал стать учителем. К тому же Николай Наумов – автор стихотворения, переведенного на 44 языка. Стих «Я не поэт». Да, мам, скоро буду. Компьютерная компания «Фирмо». Техника для общения. Скажите, а чем ваши герои отличаются от вас жизненных? И чем они близки? Я бы хотел, Евгения, заметить, что я в жизни очень интеллигентный человек. Интеллект. Воспитанный, да. Стараюсь с трепетом относиться к девушкам, к женскому полу вообще. Стараюсь быть обходительным со взрослыми. Когда ты последний раз? У меня нет трепета. Когда был трепет последний раз? Скажите, что делают реальные пацаны на мега-дискотеке 90-х? Вы... Парни, современности. Это наш вопрос тоже был, если честно, вообще. Наверное, потому что нам в последнее время везет встретиться с кумирами молодости. Вот Ляпис Трубецкой недавно попал в их число. Сейчас вот Сергей Жуков, группа «Кармен». Только, наверное, для этого. Ну, вы, наверное, в детский сад ходили, да, когда Жуков начал пить своих девчонок? Ну, это уже в пятый класс. На самом деле он мой ровесник. А «Кармен»? А вот от «Кармена», да, пожалуй, придется попотеть ладошкам. «Кармен»? Ну, в школе я слушал. Я думаю, Евгения, вы тоже в то время были в школе? Ну, мы, собственно, не очень отличаемся по возрасту друг от друга. Спасибо большое. По поводу вот образования. Я знаю, что Николай окончил Пермский университет. Педагогический университет и факультет иностранных языков, правильно? Мы коллеги по образованию, то же самое, только все здесь чувствуется. Может, вы по-английски поговорите тогда? Может быть, у нас все впереди, мы поговорим по-английски. Скажи, какие языки? Исключительно английский. Почему? Потом перевелся так же, как и я, на заочный, не стал учить второй язык? Да, я думаю, что истории похожи у людей, которые теперь занимаются какими-то светскими делами. Просто так получилось, что я ходил на английский, а на немецкий не ходил, ходил на факультатив по КВН.
На самом деле еще надо заметить, что Коля с детства мечтал быть дипломатом. Учителем? Я прочитала, что учителем ты мечтал быть. Или это было позже? Сначала дипломат. Я не мечтал. Мечтал я быть совершенно другим человеком, да. В детстве не помню кем. Просто потом, когда Коле нравился папин дипломат. И калькулятор. Николай появился на свет в Перми 28 февраля 1982 года. Отец его был военным, и Николай собирался пойти по его стопам. Но судьба распорядилась иначе. Вне всяких сомнений, Николай – человек творческий. Сцена, поэзия, учреждение премии для талантливых студентов в университете – это лишь одна из многих граней его личности. Николай Наумов успешно пробовал себя и в предпринимательской деятельности, и в спорте. Так, например, молодой актер является заядлым сноубордистом. Что касается личной жизни, то Николай Наумов уже нашел свою вторую половинку. Он счастливо женат и мечтает о троих детях. Возвращаясь к нашему образованию, вот мне как филологу режет слух, когда люди говорят неправильно. Я думаю, что да, это чисто профессионально. Абсолютно согласен с тобой. Во время съемок сериала не возникает вот такой некий диссонанс, что это не твое? Возникает, и очень часто и мне, и ребятам. Ребята возникают у меня какие-то внутренние препятствия. Ну, если на этом расстроена шутка, то, да, конечно, это не выкинешь. А если там слово на «г» очень можно избежать, то мы говорим, можно избежать. Стараемся. Прислушиваются? Конечно, мы являемся. Но мы даже по большей части исправляем не какие-то такие филологические ошибки, а какие-то фразы, которые просто неудобно говорить. Вот я не привык так вот именно говорить. Многих начинающих артистов, актеров очень жесткие какие-то контракты с их продюсерами, да, то есть это ни для кого не секрет, жесткие условия, ну, практически рабство. Это вы про «Фабрику звезд», что ли? И про «Фабрику звезд» в частности. Вот у вас как с этим? Нам в этом отношении очень повезло, потому что нашими продюсерами являются наши же друзья, с которыми мы давно знакомы, еще там... Вообще повезло. Коля по КВН прошлому. Мы тоже начинали когда-то с КВН в свое время. Потом мы ушли в стезю Comedy Club. В принципе, тоже они отчасти нами руководили. Короче, есть компромат на продюсеров. В наших капиталистических условиях стать как бы известным артистом и не слишком так прямо обремененным какими-то большими какими-то условиями. Это очень, наверное, сильно повезло нам. Момент бизнеса-то присутствует, то есть без него вообще никуда. Дружба дружбой, но табачок врозь, поэтому если как бы мы косячим в чем-то, то происходит тревожный звонок. Косячите? Ну, нет, бывает, что все равно все люди, человеческий фактор имеет место быть. Какой такой самый серьезный косяк? Ну, вот Антоша тут недавно хабаровский паспорт забыл. Ну, есть моменты, да, забывания, например, того же паспорта, из-за этого куча перемен билетов, лишние затраты. А я прочитала, что Николай занимался еще каким-то бизнесом, это так? Да, конечно. Как и все среднестатистические бизнесмены в нашей стране, я в самый разгар кризиса стартанул со своими друзьями, мы завели строительный бизнес. Тут я воспользовался ресурсом бизнес-отношений своего папы, он у меня достаточно плотно стоит на ногах, а я решил заниматься своими делами. Наладили поставки стекломагнезитного листа из Китая, оптовые. Я везде ходил, воодушевленно. Я думаю, здесь надо ставить рекламный ролик. Верил в свой материал, да, продавал его в пике, но никто не покупал, потому что говорят, ну, зачем нам это, у нас есть это. Гипсокартон дешевле же сейчас. Mm-hmm. Да? Ну и вы вот в итоге не очень попер, да, бизнес в тот момент? Вот и тоже. Поэтому начались съемки в проекте «Реальные пацаны». Я вообще устал. Фу, заткнись, а. Можно подумать, ты один работал. Думаешь, я не устал? Устал. Но мне кажется, что я больше. Эй, бизнесмены, а вы что разлились-то? А кто обещал все сегодня закончить? Колян, ну знаешь, как устали. Устали? А Иваныч придет, вы ему что показывать-то будете? Короче, харе валяться, давайте за работу. Раньше начнете, раньше закончите. Да мы знаем. Партнер программы – салон оптики «Конкор». Солнце будет только радовать. Огромный выбор солнцезащитных очков в салонах оптики «Конкор». Ray-Ban, Bulgari, Roberto Cavalli, Tom Ford, Valentino, Max Mara, Prada, Dior, Gucci, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent и многие другие. Наши адреса: проспект Октября, 14, Мингажева, 127, Бигбая, 31, Менделеева, 175Б. Есть какой-то, если это не секрет,
хотелось бы, чтобы это был не секрет. Цена за корпоратив и за выступление вашей команды. В лоб прямо, да? Прямой на лоб. А что скрывать? Да? Как-то были у меня в гостях, все известные хоккеисты. Прямой. Я говорю, скажи сумму контракта. Он говорит, не положено. Я говорю, ну ты только что из Америки, НХЛ. Там все открыто, в интернете, все понятно. Вот хочется вас спросить. А о чем ты говоришь? Давай уточним. Сразу. Сейчас мы что на мероприятии будет? У нас очень, видишь, индивидуальный подход. А, то есть вот так вот, да? Задача, объем работы, что делать. Просто селебрити кофе попьют. Только я бы заметил псевдо-селебрити. Да. Зайки. Мы зайки. Зайки дороги, да. Зайки дороги. А можно и в зайках, да? Не все. Слушай, ну я хочу сказать, что не очень-то и дорого. Я вот сейчас поразговаривали, мы посидели. То есть я сейчас вязал, путал, да? За последнее, нет, за последнее, нет, за последнее время. Артисты вот такие, я не скажу, что там вышедшие прям в тираж, но такие маленькие тех лет. Я такой, сколько? Я вот можно выражусь, да, вот мне круто. Очень приятный собеседник Евгения. Вот я не понимаю ценообразование, честно говоря. Вот с тобой поделюсь только. Сегодня этот человек стоит 10 тысяч евро. Вот он уехал, и завтра он стоит 300 тысяч евро. Или 10, или 15, или 30 тысяч рублей. Или 30 тысяч рублей он стоит. То есть, кто что скажет, у нас настолько не... Ну, гонорары Юрия Антонова и Серова. А слава богу, они стабильны. Нас впечатляют. Но у Серова все так. Вот. Вот именно, неплохо. Что так, неплохо, хотя, как бы, ну, где, когда, да, все неплохо до сих пор. Ну. Да, это все его ямочки. Ну, вот у нас, как у Серова, только раза в два, в три поменьше. Слава свалилась внезапно, или вы все-таки, ну, как-то вот к ней шли поступательно? Мне кажется, вот вы резко стали известны. Когда человек идет работать механиком на завод, он, в принципе, наверное, понимает, что за хорошую выработку он может стать начальником цеха. Мы поступили в институт, зная в институт культуры, зная, что дальше будем двигаться в этом направлении. Скорее всего, дай бог, чтобы там никуда не соскочить на завод. Я считаю, что это немалый труд, 5 лет института, потом какой-то КВН, Comedy Club там, и так далее. Конечно, везение, доля огромная, с этим никто не спорит. Но просто, видать, изначально выбор правильной стези, что ли, вот как-то так получилось. Можно ли это назвать трудом? Ну, наверное, можно, потому что учились мы вполне отлично вообще. Антон Богданов. Антон родился в 1981 году в городе Березники. На протяжении нескольких лет строил карьеру арт-директора в пермском клубе «Ветер». Но в один прекрасный день друг и актер Николай Наумов предложил Антону Богданову попробовать себя в роли артиста на съемочной площадке. У вас было что-то такое, о чем вы мечтали и не реализовали? Два расстройства у меня в жизни было, я поэтому хочу написать даже рассказ. Первое расстройство у меня мама... работала замдиректором в школе. Она делала все мероприятия КВН, выпускные и так далее. И я с детства видел вот этих выпускники, потом они собираются, встреча выпускников. Я такой, вот круто, я закончу школу, у меня будет встреча выпускников, мы будем все собираться, рассказывать, какие мы стали деловые, классные. И в итоге в 10 классе я допрыгался, меня выгнали из моей школы. Я перешел в другую школу. И в итоге, как бы, я и не там не хожу на встречу выпускников. Да и перевать не стоит, пацан. Это страшная горе. Я просто сам... Коля, у тебя? Ну, про героин ты умолчал. Вот это повезло.